Всем привет! Сегодня распаковка такого вот SSD диска на 120 гигабайт от компании Golden Memory. С одной стороны мы видим строго черный цвет и надпись самого бренда Golden Memory. А с другой стороны наклейка с характеристиками данного SSD. Кому будет интересно, поставите на паузу, рассмотрите поближе. Кстати, сделан он из металла, с такими вот шлифованными гранями. Куплен был на розетке. На момент покупки стоил 589 гривен. Какая сейчас цена и есть ли он сейчас в продаже, я не знаю. С правой стороны дублирую характеристики диска. Главное, почему брал этот диск, это гарантия 36 месяцев и память MLC. Этот диск имеет много положительных отзывов. Есть и плохой отзыв. Человек вот даже скрины выложил. Для тех, у кого после установки в ПК его видно не будет, покажу, как же его таки увидеть. Правой кнопкой мыши нажимаем «Свойства». Дальше «Диспетчер устройств». Дальше «Дисковые устройства». И видим, что здесь он присутствует. Дальше открываем любым способом командную строку и вводим команды, которые у меня на экране. Их я продублирую в описании. Все делаем как на видео. Это как раз наш диск, его мы и прописываем. Только не перепутайте, чтобы не удалить ничего с других дисков. Вот, кстати, какие замеры получились у меня. Справа SSD, а слева обычный жесткий диск. Теперь идем назначать букву нашему диску. Для этого нажимаем панель управления, администрирование, в самом низу управление компьютером. Дальше управление дисками. И видим наш диск 0, 111 гигабайт. Далее правой кнопкой мыши изменить букву, добавить и выбираем любую букву. Затем нажимаем ОК. И вуаля, вот наш SSD диск виден в этом компьютере. Кому это видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь и до встречи в следующем видео. Всем пока!